Jesús, María. Партьяный! Пьяный, не пьяный я! А что парт падает и другого роняет? Что парт к ним пристает? Учиться хочу, не принимают. Пойди, пан, домой! Куда я пойду? У меня в Кракове ни родных, ни знакомых. А пан? Пан работать может? Могу. Чудесно. Вот метла. Прошу пана. А я пойду. Неси это в лекториум Платона. Вознестись на седьмое небо и лицезреть Господа нашего, или доступно сие лишь ангелам. Добрый день, пан профессор. Вот пан профессор просил меня отнести книги в лекториум. Почему ты принес их сюда? Ты забыл, где он находится? А я не знаю. Как ты здесь оказался? Я хотел учиться. Меня не приняли. Почему? Я не католик, пан профессор, а православным учиться в вашей академии запрещено. Это так. Какая тому причина, ты думаешь? Мне думается, что римская церковь боится православия. О! Потому что не чувствует себя сильной на Востоке. Ты смел и глуп. Пройдет время, и ты поймешь, как всесильна святая апостольская церковь. Почему бы тебе сразу не отречься от православия, сын мой? Пан профессор, отречься ради блага своего, от обычаев, в коих вырос, не познав иных, не почитать достойным? Разумно. Как имя твое?
Меня зовут Георгий, я сын Луки с Карины. У моего отца торговля кожами в Полоцке. Я знаю латынь, греческий, польский... Достаточно. Переведи это. Посылаю вам пророков и мудрых, и книжников. И одних вы убьете, а других будете гнать из города... Достаточно. Что будет, если тебя примут в университет? Я стал бы прилежно учиться, пан профессор. Что делал бы, познав науки? Я понес святых братьям моим. Учил бы тому, что постиг. Сеять добрые семена среди заблудших — дело святое и разумное. Не обмани надежды наши. Будь ревностен в науках и покорен наставникам своим. Ты вступаешь в храм науки в день святого Франциска Ассизского. Согласен ли наречься его именем? Ну, иди с Богом, Франциск. Ах, вот он. Куда ты дел мои книги, нечестивец? Вот они, благодарение Богу. Пан Глаговский, позвольте представить вам нового схолара, только что принятого в наш коллегиум. Факультет? Семьи свободных искусств. Ничего. Учиться буду. Зачем? Ел сегодня? Не ел. Надо бы отметить. Надо бы. Деньги есть? Есть немного. Так чего же мы сидим? Вашик. Георгий. Очень рад. Пошли. Куда? Идем. Куда? Идем, идем, идем. Идем, 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 не бойся. Идем, идем. Итак, итак, где ты, где ты? Убирай быстрее дорогую посуду. Схолары идут. А, быстрее, сик, быстрее. Схолары идут на мою голову, а? Эй, воду, открывай бочку свежего пива. А, пан опять, наверное, хочет долг? Ай-яй-яй-яй, ты совсем ослеп, мой старый бедный друг. Неужели ты не видишь среди нас новичка? Ну что? Он богат, как епископ. Нет, серьезно? Да. Нет, я беден, как Иов. Но приношу свою первую жертву на алтарь науки. Истинно говорю вам. Алхимики делают золото из твердых и жидких тел. Мы же превратим его в пиво и вытекающие последствия. Как темной ночью отличить поненку от цинза? По голосу! По косам! По запаху ладана. На ощупь. Ответ точен и научно обоснован! Десять раз на перерез не испугал поненку без Лука. Зажал поненку без, говорит, и я съез. Хочешь видеть чудеса, хоть со мной на небеса. О, подвес один вопрос, верно я твоих воз. Хватит тратить чудеса, хоть со мной на небеса. Ты
Да что там? Глаза ж потемнели. А ты пей больше, будешь в мозгах посветлее. Пей, говорите. Эй, ты, сын минотавра и жабы. Ты чего свое пиво намешал, что мне в глазах потемнело? Обижайте, пан Скалаур. Ай-яй-яй, обижайте. Пиво самое свежее. Вчера для вас новую бочку распечатал. Чтоб я пропал. Врешь, брат ты, а и прям в глазах потемнело. Вас зовут? Панна Маргарита! Панна Маргарита! Ой, моя тут Мария, моя панночка! Пойдем скорее, пойдем! Здесь греки, Платон, Аристотель, Плутарх, богословие, римляне, Гиппократ, Авиценна, бессмертная мудрость поколений в тленных хранилищах. Verba volens scripta manent.
А поколение прибавляет мудрость. Превосходит отцов в науке и ремеслах. Ты прав. Но сегодня мы не используем даже того, что открыли древние. Почему? Видимо, от того, что жизнь ушла вперед, а мы воспринимаем ее по старым канонам. Аристотель учит нас, что душа неразрывна с телом. Значит, мышление с материальным миром. Нельзя всецело полагаться на Аристотеля, ибо он не обладал достаточными знаниями о природе многих вещей. Аристотеля я почитаю величайшим из мудрых. Чтобы утверждать это, надо самому много знать. Знания мои ничтожны. Сын мой, я вижу в твоих глазах огонь, который зажег высокий и благородный дух. Будь смелей на своей дороге. Но не питай тщетных надежд, что в нашей академии ты достигнешь цели. Злой воле обскурантов, наука в нем, раба, скованная цепями. Изучи этот станок внимательно, а потом я научу тебя печатать. А пока вот ключ. Твоя обязанность поддерживать здесь должный порядок. Спасибо, пан профессор. Ждет бедный монах. Накорми и проводи с Богом. Он отказался от пищи, ваша милость. Гони его прочь. Осмелюсь предложить благородному рыцарю святые реликвии. Убери собак. Ушел. Не входи, пока не позову. In nomine Patris et Filius Spiritus Sanctus Amen. Я рад, что ты узнаешь своих. Узнала. Вы меня спасли. Так уж не за благодарностью ли вы сюда явились?
Нет. Видеть вас, панна, для меня большая награда. Есть ли новости о профессоре Глаговском? Он продолжает проповедовать свои еретические воззрения. Что намерен ты предпринять? Я взял под опеку одного схизмата, выходца из Белой Руси. Обещаю подарить Святой Церкви верного слугу. А если твой опекаемый схалар поддастся влиянию профессора Глаговского? Я найду способ избавиться от него. Нельзя так. На Востоке мы ждем немало событий во славу нашего ордена. Смири гордыню свою. Чтобы смирить его, войди в душу помыслы. Стань другом. Но если... Если? Что сделало эту птицу послушной? Страх. Страх перед силой высшего существа, способного дать, отнять, убить и помиловать. И мучения. Смиряющий гордый дух неразумного творения Господа. Привет и слава постигающему мудрость. Я же недостойный пасынок науки. Пойду искать пищу для брюха. Пошли вместе, а? Не мешай, я занят. Что ж, согрешу за двоих. Ступай, отрок. Ищите и обрящите. Аминь. Бедному схалару ради щедрот науки будущей. Подайте бедному схалару. Подайте бедному схалару ради щедрот науки будущей. Подайте голодному, бедному схалару ради щедрот науки будущей. Душа есть начало властвующее, а тело подчиненное. Ибо учит Аристотель, душа – форма тела, бессмертного ума, и Бог – конечная форма всех форм. Этот закон божественного Аристотеля завещен в нашей науке. Тебе велено идти к барону фон Райхенбергу. Итак, мой дорогой уважаемый друг, что ты скажешь об Альма-Матер? Я рад, что учусь. А что скажешь о профессорах? Я готов преклониться перед бездной их знаний. А пане Глаговском? Он очень много делает для меня. Я благодарен пану Глаговскому за его великодушие. К прискорбию моему, все гораздо сложнее, чем тебе кажется, друг мой. Скажи, могу я положиться на тебя? Конечно, пан профессор. Хорошо. Совсем не сложно то, о чем я тебя попрошу. Святая Церковь заботится о благочестии в стенах нашей Академии. Ты должен помочь ей в этом. Понимаешь меня?
Нет, пан профессор. Я хочу, чтобы ты мне рассказывал обо всем, что касается пана Глаговского. Ну, предмет разговоров, содержание рукописей, имена лиц, с которыми он состоит в общении. Нет, пан профессор. Что нет? Ну, я не привык наушничать. О, это всего лишь небольшая услуга. Нет, пан профессор. Не спеши говорить «нет», мой друг. В свое время я тебе сказал «да». Хотя «нет» такое же короткое слово. Ты не забыл об этом? Нет, пан профессор. Ты свободен. Но прояви здравомыслие, друг мой. Не забывай, что я, твой покровитель, сделал для тебя. Франик, ну что? Ты о чем? Ну тебя же вызвал барон. Спросил мое мнение об университете. А ты? А я все одобрил. Правильно. Теперь ты с бароном на равных? Глядишь, так и зятем станешь. Не дури. Ну все же говорят, что ты бегаешь к его дочке на свидание. Как, Маргарита его дочь? А ты что, не знал? Пол бочки пива за хорошую новость. Ты, наверное, хочешь спросить, кто этот каноник? О, это либо сатана, либо гений. Зовут его Коперник. Кстати, он когда-то учился здесь. У него невероятная идея. И если он докажет ее, многое из того, на чем зиждутся наши познания, перевернется и полетит в тартар. Познание наши дары Всевышнего. Познание наше от изучения мира, сотворенного Всевышним. А заслуга в этом людей, а не Бога. Что-нибудь случилось с тобой? Нет, ничего не случилось. Пан профессор. Слушаю тебя. Меня принуждают доносить обо всем, что касается вас. Благодарю, мой друг. Я... Не надо, я знаю. Но здесь мы свободны от псов Райхенберга. И давай займемся делами более важными. Затмение. Иначе мы бы никогда не встретились. Будем вместе. Будем. Мы обручимся. Мы должны дать обед. Какой обед? В другой раз. Нет. Пусти. Нет. Франек. Сказал мне. Мы должны идти. Нет. Пусти. Франек.
поддался влиянию опасных в своем вольнодумстве учителей. И стремление к истинам не есть грех, пан профессор. Вижу, зерна ереси восходят в тебе злаками святотатства. Опомнись, иначе ты нигде не скроешься от проклятия святой церкви, рыцарем которой мы сегодня помогаем тебе стать. Я дал клятву моему народу, не отступлю никогда. Твой народ – презренные рабы. Ты можешь стать господином их. Мы дадим тебе и силу, и власть. Повинуйся, или от тебя отвернутся все. Нет. Ну что ж, милейший, оставь меня. И помни, сегодня ты совершил самую большую ошибку в своей жизни. Да поможет мне Бог. На земле и на небесах, всегда и повсюду. На земле и на небесах, всегда и повсюду. В дальних краях, в пути и в смертных сражениях. В дальних краях, в пути и в смертных сражениях. В молитвах и думах, в странствиях и бедах. В молитвах и думах, в странствиях и бедах. В радостях всех и во всех печалях. В радостях всех и во всех печалях. В час отчаяния и в час Божьего гнева. В час отчаяния и в час Божьего гнева. Нас никто не разлучит. Ни люди, ни смерть. Нас никто не разлучит. Ни люди, ни смерть. Пусть наши жизни сольется, как наша кровь. Панна Маргарита! Панна Маргарита, где вы? Его. Отец! Что ты делаешь? Что ты делаешь? Я жду тебя. Кто ты? Твой друг и спаситель. От чего ты хочешь спасти меня? От ошибок твоих. Уйди прочь! Остановись! Напрасно ты хочешь пройти мимо нас, мимо истинной веры. Мимо веры я не иду. Смирись! Иначе ты будешь страдать всю жизнь. Ну что ты, лжехристианин, скажешь теперь святому трибуналу?
Глаговского нет. Добро и счастливо пожаловать ректору Ягеллонской академии. Добро и счастливо. Панове высокий синклит, панове школяри, я сделаю вам краткое сообщение, касающееся достославной Ягеллонской академии. Соизволением его преосвященства епископа Краковского, доктор Ян Глаговский, отныне лишен права находиться в корпусе обучающих. Подробнее вам об этом сообщит уважаемый профессор барон фон Райхенберг. Панове высокий синклит. Панове схоляры. Как заявил уважаемый пан ректор, коллегиум маюс решительно очистил себя еще от одной скверны, которая загрязняла в ней воздух, освещенный двумя столетиями работы лучших умов Европы. Положение, излагаемое профессором Глаговским, есть чудовищное нагромождение ложных и еретических мыслей. Принципис обста. Нарушены принципы. Он дерзнул говорить о священном писании, как о книге, написанной людьми. Между тем мы, истые христиане, считаем его божественным откровением. Разве это не поношение святыни? Нет! Занят! Книги эти написаны людьми. И мы можем назвать их имена. Имена царей, пророков, апостолов. Вот оно! Ядовитое семя святотатства и ереси. Не ты ли, схизмат, вслед за доктором Глаговским дерзнул высказать бредовую мысль о переложении священного писания на подлый язык черни? Ложь и еще раз ложь! Пан Глаговский хотел видеть священное писание на языке народа, дабы просвещение проникло в народ и доставило ему силы не поддаваться нелепым предрассудкам и пагубному суеверию. Вот это и есть посягательство на основные положения Святой Церкви. Ибо латынь в науке, латынь, звучащая самвона, оберегает вечные истины от любопытства непосвященных. Утверждая противное, вы подвергаете сомнению мудрость предписаний Святейшего Престола, и тем самым сомневаетесь в непогрешимости папы. Призываю всех свидетелей, что я не касался этого вопроса. Схолар Скорина не сказал ничего такого, чтобы могло оскорбить слух честного католика. Верно! А сколько я вас понял, панове, здесь речь не идет о догмате папской непогрешимости. Я вижу, что у схизмата нет недостатка в защитниках и покровителях. Но мы еще заставим его ответить на этот вопрос. Впрочем, это прерогатива Святой Инквизиции. Истинного костра не сожжешь.
Истина, господин барон, подобна большой реке. В ней есть мели, которые может пройти ягненок, и есть глубины, в коих может утонуть и рыцарь с конем. Пусть достойный господин барон поищет брода. Битва с филистимлянином. Франек бьет без промаха. Балда твой, Франек. Разве мыслимо без латыни? Подумай только, Библию превратил в азбуку для мужиков. Да не об этом же он говорит. О чем, о чем? Франек настоящий философ. Понял? Тише, вот так. Панове, тише. Я хочу спросить высокий Сетклин, может ли носить почетное звание ученого человек, принуждающий нас дрочить друг на друга? А кто дрочит? А кто принуждал? Надо уходить из города. Они тебе этого диспута не простят. Пусть. Я не уйду никуда, пока не вижу Маргариту. Франи! Кого-то поранил. Черт меня дернул, он скачет сразу на троих. Я так ее не увидел. Франик, Маргариту увезли из Кракова. Как? Пропал профессор Глаговский. Наверное, попал в лапы инквизиции. Тебе надо уходить из Кракова. Рейхенберг не зря угрожал. Уходи немедленно. Куда я пойду? Ну неужели ты хочешь быть поджаренным на костре? Все же надо уходить, иначе погибнешь. Куда я пойду? Куда, куда? А почему тебе не поехать в Италию? Там живут друзья профессора Глаговского. Венеция, Пады, Флоренция.
Мессер Франциск Скорина из Полоцка был строго проэкзаменован и на этом специальном экзамене держал себя в высшей степени похвально. Повторяя названные пункты, он отлично отвечал на сделанные ему возражения. Ответы его были одобрены всеми присутствующими докторами Падуанского университета единогласно. И на этом основании он провозглашается почтеннейшим доктором в науках медицинских. Священной коллегии, вручая вам почетные знаки отличия, сопряженные с ученой степенью, коей вы удостоены. Приблизьтесь, доктор Франциск из Полоцка. Вручаю вам перстень Гиппократа. In nomine Patris et Filio Spiritus Sancti. Amen. Почтеннейший доктор, вы первый из восточных славян удостоились столь высокой ученой степени. В нашем университете вам открыты все пути к славе и науке. Какой путь избираете вы? Славнейшие мессеры, место и путь каждому из нас предназначены от рождения. Птицы, летающие в воздухе, возвращаются в гнезда свои. Рыбы в море, звери в пустыне. Пчелы с полей возвращаются в норы и ульи свои. Так и люди. Где родились и вскормлены были, то место любить и помнить должны. Ибо там их родина, и там их судьба. Я благодарен Падуе за все, что она сделала для меня. На своей земле я буду помнить об этом всегда.
стало никакого дела, в Италии этой завести не схотел и капиталу не нажил. Я же говорил, предлагали деньги, почет. Угу. Да ради чего я на чужбине буду трудиться? Стало домой. Отцово наследство делить. Ай, со мной всклачено. Чего? У меня другие планы. Приеду, расскажу. Ну-ну. Ты говоришь, там людей живьем на костре жгут. Бывает и жгут. Живьем? Живьем. Латыняне поганые. Но! Что это такое? Где? Никак опять ведьму топит. Матерь Божия, прости ты нас, грешных. Стой! Куда ты? За что вы ее? Леди Марка, она скотину хворь навела! У Ефима скота колец! А зараз людей морить почала! Леди Марка, она на метле верхом ездить! Отпустите! Что вы делаете? Божий суд правим! А ты откуда взялся? Кто ты есть? Пусти. Братцы, то шантип нашего батьки родной Микола. Пустите меня, миленький! Миленький мой! Коганенький! Иди ко мне, поцелуемся! Полетим с тобой, да, боженьки, высоко-высоко! Я клята с лесами! Люди, что же вы делаете? Пусти. Она ж больная! Больная же она! Отпустите ее! Юнки за мной! Опомнитесь, побойтесь Бога, православные! То ж брат мой, брат мой! Ай, не познали! Я-то познали, а и он вроде бы не нашего роду. Эх, нашего, нашего! Он же с моря вернулся! Юнки за мной! Тихо! Ты, пан, в чужое дело не лезь. Тут ошибки не будет. Мы ж для проверки. Коли сидит в ей бес, и повязанная всплывет, а чиста душа потонет! Тогда вытащи. Она ж замерзнет, от холода колеет. Откачает. Откачают. Отпустите. Уходи. Я вам деньги дам. Уходи, ты отсюда. Лекарь я. Вниз. Она же больная. Ваня, что ж делать с вами? Ваня. А ну пусти. Она ж больная, уходи, говорю. Ты. Ваня, что делать, люди? Дякую Господу Богу, сонушку ясному, месяцу красному, миру крещеному, звездочкам светленьким, что эту ночку переночевал. Дай Боже мне денек передневать во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Пан воевода, тишь передается от одного к другому. Не подходи. Передается, а пан лекарь ходит по хатам. Доктор Франциск просит дозволения открыть больницу для неимущих. Пусть открывает, только пусть уйдет. Нужны деньги, у меня их нет. Деньги? Какие деньги? Общество святого Лазаря согласно помочь, ваша мощь. Ну вот и хорошо. Ступайте с Богом, пан лекарь. Ступайте, ступайте. Зачем его впустили? Чтобы пан воевода мог увидеть, каков наш ученый лекарь. Да-да, это хорошо, что ученый. Сам Бог послал нам его. Надеюсь, он остановит заразу, исцелит. Исцелит тело, чтобы погубить душу. Как так?
Не лечить сюда приехал доктор Франциск, а для устройства друкарни, ваша мось. Литеры по ночам сам режет. Зачем? Говорят, священное писание друковать ясновельможной пани. Ну, тоже деяние похвальное и угодное Богу, отец Бронислав. На книги сии для холопов друковать хочет, ваша мось. Осталось вашей милости. От кого? От самого пана советника городского к магистрату доставили. Сказывали, хвори. Ваша милость. Неужели это зараза? И к бумаге прилипнуть может, прости, Господи. Не бойся. Лошади готовы? Они свою прислали. Слышь, я в лекарских науках не учен, но я знаю, брат, что пану советнику твоя помощь ни к чему. Тут все в руке Божией. Тут же многие лекари брались лечить. Все виленские знахарки перебывали. Ну, стол тот жил человек свое. Ведь помрет, ты ж будешь винный. Ты же последний лечил. Ты в ответе. Я голен сгореть, так тебе в подвеки петь. Откатись, отвяжись от грудей, от нутра, от белого тела. Ступай, ступай в землю, тен, почему кромешно иду не к лесам, чтобы он поглянулись. Все горит. Горит. Горит все. Угли не убирать. Болеть заразно. Позовите старуху. Я хочу знать, как делали угли. Маргарита. Добрый день, пан доктор. Я благодарна вам за то, что вы столь скоро откликнулись на мое письмо и приехали помочь моему мужу. Лекаря не можно. Чему? Сталось, зелье от кашля варит. Сварит, сам выйдет. От сухотки сварил уже? От сухотки? Да. От сухотки иглой колет. Найдет сухую жилу и колет. Он ее насквозь видит. За большие деньги в ученый. А ну вон отсюда, чтобы духу нашего тут не было. Вон, что ты смотришь? Гони ты их отсюда! Шаритка! Иван, ты с ума сошел? Тоже больные, они ко мне! Иди отсюда! Сразу в мой дом! Понесли! Ты что, Иван? Помнишь? Никого не пущу! Я здесь хозяин! Ну-ка, отойди!
на своей половине. Своей? Пополам посчитал, и того тебе ты мало. Ты что? Так сразу хочешь на меня навести? Помолчи, Иван, постыди студей, ты что? А мне стыдиться нечего. А ты, лекарь, мужа своей полячки заморил, так зараз на меня. Да ты что говоришь? Что ты говоришь? Что говоришь? Ты людей послушай. Людей послушай. Заморил, умер этот пан. Зиги попалил. Люди добрые, я сама видела. От черной книги на трех свечах и шабьего сала. Сама видела. Ян, жонка его, умысленно. Замолил. Братушка, уходи с моего дома. Слышь? Не жить нам с тобой вдвоем. Уходи. Соблаговолите выслушать меня. Вас обвиняют в том, что вы умертвили мужа моей дочери, чтобы добиться руки ее. Кроме того, существует обвинение в ворожбе, в сношении с дьяволом. Вы же знаете, господин барон, что это прямой навет. Я это знаю, доктор Франциск. Но не шевельну и пальцем, чтобы опровергнуть эту нелепость. Напротив, я использую злоязычие, чтобы вынудить вас покинуть Вильно навсегда. Дабы оградить от клеветы честь моей дочери и лишить вас возможности заниматься печатанием непотребных книг. Вы, я знаю, не оставили эту бредовую идею. Нет, господин барон. Но я еще более укрепился в ней. Возможно, не будет большим грехом отправить в преисподнюю того, кто находится в сговоре с дьяволом. Не так ли? Я покину этот город. Но делаю это ради сохранения доброго имени панни Маргариты, коим я дорожу. И еще я хочу сказать вам, что книги буду печатать везде, куда не дотянется ваша рука. И они придут в этот край. Приехать сюда? Бог лишил меня разума. Я ужаснулась от мысли, что более не увижу вас никогда. Лучше бы нам не встречаться. Простите меня.
всегда верил, что нам суждено встретиться. Прага — прекрасный город. Я думаю, мне удастся основать здесь печать. Ваших. На тебя не узнать. Стал такой богатый, важный. Я женился на дочери лучшего в городе пивовара. Ну, поздравляю. Ты всегда имел пристрастие к пиву. Дети есть? Нет. Бог не дал. Да ты ешь, ешь. Что ты меня все угощаешь, а сам не ешь? Да? Я помню времена, когда ты и во сне видел свои маковые лепешки. Маковые лепешки. Марта считает, что эта грубая пища вредит здоровью. Пустяки. Так считает Марта. Однако, Франик, ты еще ничего не рассказал о себе. Чем ты думаешь заняться в Праге? Я говорил. Я думаю основать печатню. Печатню? Помнишь краковский диспут? Помнишь? Еще бы. Я тем более не забыл. Я мечтаю о книгах на нашем языке. Пусть они научат людей отличать добро от зла. Книга не меч и не хлеб. Она еще никого не спасла и не накормила. Мечев живеет, книга остается. Я верю, что она станет людям, что хлеб насущный. Да, но печать не стоит безумных денег. Они у тебя есть? Я привез, но этого мало. Вашик, да? Если ты захочешь войти со мной в долю... Франик, я ничего не могу дать тебе. Я невольно распоряжаться своим состоянием. Им владеет Марта. Я поговорю с ней. Ну, ее на хромой козе не объедешь. Но ты же знаешь, Франик, что я всегда готов с тобой работать, как вол. Я поговорю с ней. Начнем. Господи, благослови. Thank you.
Я Франтишек, Скоринин сын, с Полоцка. В лекарских науках доктор повелел сию книгу тиснуть русскими буквами и славянским языком по той причине, что меня милостивый Бог с того языка на свет пустил. Пиво сюда. Эх, Франик, дай я тебя ударю. За что? Чтоб запомнил. Чтоб запомнил этот день на всю жизнь. Ударь. Пану доктору. Пану доктору. Пан Васлов. Наздар. 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 Слава нашему доктору. Слава. Франциск Скорина печатает в Праге свои еретические книги. А добрейший пан воевода дозволил православному братству распространять книги схизмата. Лучшего подарка они и не ждали. Мало того, виленский мещанин Богдан Анкович снабжает его деньгами. Эти еретические книги возбуждают разум у хлопов. Ну, пусть простят меня их посвященство, но в книгах сих нет ничего оскорбительного. Вот как? Ваше Пресвященство, ну как можно? Как можно запретить, если в крае множество жителей и даже родовитых шляхтичей, которые исповедуют свою веру? А что пан воевода скажет о подлых вопросах суесловного Франциска в его предисловиях? Кто присутствовал при вознесении Господнем на небо? Кого призвать в свидетели? Ваше Пресвященство. Не смею далее задерживать ясновельможного пана, который, вероятно, спешит вернуться к своим делам. Сколь тяжко блюсти веру Господню, когда и сильные мира сего равнодушны к ней. Однако, что же делать со Скориной? Не возбраняется? Нет. Об этом следовало думать раньше. Чего мы добьемся, подослав к нему убийц? Только того, что сделаем его мучеником и святым? И все-таки, мой милый барон, вы совершили ошибку. В чем, святой отец? Печатая книги в Чехии, Скорина не подвластен нам. Будь он здесь, мы бы держали его в руках. Кто же закрывает ловушку, когда зверь бежит на ловца? Хорошо. В следующий раз я отведу для него лучший дворец города и собственноручно куплю ему печатню. Ну, примерно так вы и сделаете, милейший барон. И еще отдадите ему в жены вашу дочь. Вы шутите, святой отец. Надо заставить схизмата покинуть Чехию. А чем вы попытаетесь заманить его обратно в Вильно? Но ваше преосвященство, мой род, память моих предков не простит мне этого брака. Он осквернит их прах. Прикажите позвать Маргариту. Вы меня звали, святой отец? Да, дитя мое. Я хотел бы задать тебе один вопрос. Скажи, дочь моя, любишь ли ты Франциска? Что же ты молчишь?
Да, я люблю его, святой отец. Вот он, указывающий перст Божий. Дочь моя, Господь хочет вашего брака. Ты можешь стать женой доктора Франциска. Я не здорова, святой отец. Позвольте мне уйти к себе. Должны его разорить. У кого сломлен дух, у того плоть и сохнет. Перед волей Господней каждый должен склониться. Ты молода, полна жизни, вся из крови и плоти. Почему же ты отказываешься от своего счастья? Но, отец, не ты ли разъединил наши судьбы в Кракове? Ныне я повинуюсь голосу совести, потому раскаиваюсь. Теперь я благословляю этот брак, ибо вижу в нем перст Божий. Нет. 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 Бог никогда не давал мне счастья. Нет. Никогда. Никогда! Маргарита, согласна ли ты взять себе в мужья Франциска Георгия? Да. Франциск Георгий, согласен ли ты взять в жены Маргариту? Да. Пацем, Эдвитам, Этернам. Thank you.
что куплено, то на мои деньги и наследство мое. Оттого книгопечатня по правде моя, и я, как верная дочь апостольской церкви, отдаю эту печатню монастырю сему. А печатник Франциск может печатать в ней книги, что укажут духовные отцы наши. Но почему? Ведь Святое Писание есть откровение Господне. Он хочет только добра. Нам лучше знать, чего добивается твой доктор Скорина. Я не могу. Дочь моя, одно мое слово, и ты останешься здесь, в монастыре, навсегда. Ваше Преосвященство, соблаговолите сказать мне, где Маргарита? Ее нет в городе. Я нашел ей подобающее для вдовы место. Для бывшей вдовы вы хотите сказать? Моя дочь сегодня утром была повенчана. Вы сами изволили быть в костеле. Ваше Преосвященство. Это не важно. Вы зашли слишком далеко. Ваш разум затуманен отцовским чувством. Я сам люблю Маргариту, но она оказалась умнее и упрямее, чем мы ожидали. Но я прошу вас, подумайте обо мне. Вы считаете, что ваша жертва во имя славы Всевышнего слишком велика и непомерна? Вы отняли у меня молодость, здоровье, жену, и вот теперь дочь. О, Боже! Патер Ностер, квестим целист. Не богохульствуй! Ты дьявол. Я узнаю тебя. Дьявол в образе Прилата. Изыди, сатана! Пропади! Сгинь! 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 Вот перо. Ты поставишь свою подпись, и тебя отведут к Франциску. Ну? Сделать то, что вы требуете от меня. Я знаю, он меня любит. Он разрешит. Благословите меня. Матерь Божья, что вы хотите делать со мной? Франциска! Вы обманули меня! Я предала Франциска! Пустите! Thank you.
божечь. А если в них душа человеческая? И кладет их в колыбели своих детенышей. И ты в его лапах, доктор Франциск. И потому твои книги казнят сегодня на площади при скоплении народа. Знают гнезда свои, рыбы в море, звери в пустыне, пчелы с полей возвращаются в норы и улья свои, так и люди, где рождены и вскормлены были, то место любить и помнить должны.